Да, здравствуйте. Представляем котел сыроварню на 250 литров. Кран слива ДУ-50. Крышка разбирается на две половинки. Котел у нас водяной, значит, сюда мы подаем воду в этот кран. Сюда у нас вода выходит. Либо проточный нагрев, либо охлаждение. То есть либо просто сюда подаем. При расширении вода будет появляться на кранке. Котел у нас водяной. Включаем, значит, 15 кВт. Сетевая кнопка. И три блока по 5 кВт. Короче, 5 кВт. 10-15. Это таймер для работы по времени. Сейчас через отключится. Дно у нас терасферическое. Мешалка, получается, включается с пульта либо в одну сторону в ручном режиме. Ну, таймер отработал, как бы время отключилось. Не будет воды, загорится авария. Так, мешалку включили в одну сторону в ручном режиме, либо в другую сторону. Значит, идет нагрев. На терморегуляторе сейчас растет температура. Датчик у нас сварена, стеночку, трубочка, стенку котла введена. То есть регулируем резистором либо быстрее, либо медленнее. После того, как мы вымесили, остановили, разобрали мешалку у нас на склоновом соединении, для того, чтобы можно было порезать вручную сырное зерно. Вытащили мешалку, убрали ее в сторону. И здесь у нас стоит поворотный узел. То есть рамочку откинули потом в сторону. Убрали крышку. Ну и все, котел можно порезать сырное зерно, можно порезать в ручном режиме. Ну, раз температура растет, все, значит, не будет воды, загорится красная лампочка аварии еще на пульте управления у нас. Ну, то есть все, котел, значит, ножки у нас регулируются на вибропорах. Все, котел готов к работе.